Из автобуса выходят победители, иначе и не назовешь ребят, которые вернулись с международного конкурса «Московское созвездие». 18 учеников художественной школы приняли участие в состязаниях в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». Конкурс, помимо того, что он детский, он еще детский и взрослый. И поэтому мы, как преподаватели детской художественной школы с Еленой Николаевной Андреяновой, представляли свои работы. И также являемся лауреатами первой степени, Елена Николаевна, в номинации «Живопись», я в декоративно-прикладном искусстве. Каждый участник конкурса должен был представить на суд жюри по 4 работы. Екатерина Рачкова занимается в художественной школе 5-й год. На конкурсе Екатерина была удостоена наивысшей награды – гран-при. Лично я везла свою живопись. Работа в акварели. Живопись, акварель. Свободно выражаю свои мысли, чувства. Анастасия Зайцева стала лауреатом первой степени. Мне ближе рисунок и композиция. Потому что мне очень нравится работа в карандаше и коллаж. А впереди подготовка к новому конкурсу также в Москве, куда победители уже получили приглашение. Марина Антуганова, Юлия Пак. «Наше время».